Так, всем привет! Мы продолжаем играть игру под названием Poppy Playtime, и мы убежали от учительницы по анатомии, насколько мы знаем, по письмам, которые она оставляла по пути. Зачем писала, непонятно. Ну, ладно. И мы получили какую-то руку, которая стреляет фаерами и вроде как освещает просто местность. Да, она освещает и... Ага, это мне. Это мне, один я с собой брал, но он почему-то исчез. Мы продолжаем, и мы в какой-то пещере. Как и все это место, ого. А, я должен был найти, а вот. Нашел. Нашел тебя, оставляйся. А вот тебя я знаю. Дурацкий лифт. Чего говоришь, Ричи? Да ничего. Давай уже доставим посылку и пойдем. Они смотрят инструкцию, как что делать. Ты, смотрю, не в восторге от этого места, да? Какая-то атмосфера тут гнетущая. Тебе не кажется, что детям не помешает солнечный свет? Не под искусственным освещением и разрисованным... Черт побери, нам с этими ребятами даже говорить нельзя. Как-то это... Прости, Стю. Прости? Рич, которого я знаю, так не выражается. Видишь ли, я стараюсь меньше раздражаться. Жена говорит, я славный малый, но мне бы научиться держать себя в руках. Стараюсь ради нее. Рич, ты просто не такой, как все. Все говоришь прямо в лоб, но это мне в тебе и нравится. Правда, что ли? Таких, как ты, мало. Знаешь, Ричи, я скоро на пенсию уйду. И меня давно просят найти себе замену. Я хочу порекомендовать на свою должность тебя. Серьезно? Да, но пока все неофициально. Уверен, под этой маской вечного недовольства скрывается отличный парень. Честный и трудолюбивый человек. Если убедишь меня в этом, то успех тебе гарантирован. Ух ты! Не знаю, что и сказать. Рад, что не все вокруг считают меня придурком. Не все, Рич. Не все. Короче, да, как я и говорил в предыдущий раз, по кассетам понятно, что сами работники, помимо ученых, которые здесь есть, они не знали, что происходит вообще. Они просто выполняли свою работу и все. На этом их, видимо, задача заканчивалась, и они шли домой. Вау, а место-то красивое. Я все еще не понимаю, как они смогли... со своим бюджетом, скрывая от власти, видимо, построить все вот это. Хотя как скрывая? Все-таки тело ребенка они нашли, полиция, и провели, наверное, какие-то обыски, скорее всего. Так, нам куда? Нам, видимо, куда-то вот сюда. Но не наверх. Или я могу наверх? Нет, я не долетаю, да. Мне как раз-таки вот сюда. А ноги? А ногам все равно, я понял. В предыдущий раз мы хотя бы как-то получали урон, минимум. Хотя бы. Но походу мы не человек. Это я забираю и, видимо, несу тебя куда-то наверх. Ага. Понял, понял. Нужно подключить тебя сначала куда-нибудь, где я увижу, куда можно. Куда тебя можно? А, ну это близко. Да, работает. Все хорошо. Успеваем. Сложновато переключаться, когда они так медленно делают. Так, это наверх. Еще наверх. И сюда. Вроде как все, да? Вроде как ничего не упустил. Все забрал, да. Вроде ничего больше нету.
Что они вообще здесь делали? Вот это меня интересует именно в этой локации. Для чего все это? А, ну, трубы, да. А, возможно, как раз-таки здесь они и добывают газ красный. Насколько мы знаем, именно здесь они добывают газ. Они не создают его, а каким-то природным, наверное, путем собирают его откуда-то с жил. Кто знает их? Вау, как далеко и высоко. Ты должна попасть куда? Ты попадаешь вон туда, но для чего? Возможно, ты должна попасть вот сюда? Нет, ты не попадаешь. Ну тогда куда? Вроде как больше никуда ты не можешь. Ты должна стрелять вот сюда, активируя его. Она пускает туда, и что? А, тебя просто нужно повернуть, я понял. Это все правильно сделано. Я беру... Да, вот так. Вот как-нибудь, чтобы рука попадала. Прямо вот сюда. И теперь ты пройдешь... Так, куда ты пройдешь? Ага. Ну... Сюда. Сюда, я понял. Так, все. Тебя поворачиваем. Вот так вот. И уже вон тебя достану. Достал. Поворачиваем вот сюда. Все. Все сделано. Все, запускаем. А, я должен перепрыгнуть сначала. Подожди. Подожди, отключаем. Пока отключаем, я пройду, пожалуй. Я, пожалуй, вот сюда. Была бы прикольная погоня, где мы использовали бы все руки. Вот это было бы прикольно. Я помер бы раз 200, наверное, пока менял эти руки. Зачем мне обра... А, понял. Открываем. Я пошел. До свидания. Я продвигаюсь дальше. А, кстати, возможно, рука мне нужна, когда выключится свет опять. Да? Я же прав? Оу. Кто, 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 кто? Это Кэтнэп? Кстати, вот эту бандурину мы видели. Где-то, я не помню где. Но она была. И эта бандурина собрана из всех игрушек. Но видно, что он кому-то поклоняется. Но кому? Обычные игрушки поклоняются Кэтнэпу, а Кэтнэп, видимо, на прототипа. Пока. Пока тебе. Увидимся потом как-нибудь. Надеюсь, никогда. Так, видимо, паркур маленький. Там череп человека или кости все. Конструкция в любом случае прикольная. Так, сюда я не пройду. Здесь все поломалось. Плейхаус. Мы выдвигаемся в плейхаус. А что с графикой? Почему я каждый раз чувствую, будто бы у меня стоят какие-то минималки на графике? Хотя вроде как у меня стоит максималки. Да, ультра. Возможно, это у всех. Буду на это надеяться. Не двигаться, у меня пистолет. Оружие самообороны. Привет, это был слоник. Слоник, который, по-моему, любит кушать... Кого он любит там кушать? Привет, я Бобби Обнимишка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Я люблю тебя до Луны и обратно.
Ты сводишь меня с ума. Без тебя я в растерянности. Меня потеряли уже очень давно. Возьми меня с собой. Ты ведь меня не оставишь? О. Ладно. Так, кассета. Дайте мне кассету. Прикольно, кстати, освещать так. Но кассету я найти не могу. И освещает она довольно-таки неправильно. По геометрии. Но найти я не могу. Вот, здесь где-то должна быть кассета. Кстати, она до сих пор горит. Где? Предыдущую кассету я тоже не нашел, потому что она была где-то, видимо, спрятана. Прям хорошо. А вот эту я хочу найти. Где она может лежать? Ладно, допустим, я пройду чуть дальше, и, возможно, она будет там. Какое маленькое помещение. Так, туда я никак не пройду. Видимо, эти помещения как раз для детей. Взрослые, видимо, сюда пройти не могут. Кто-то здесь спал уютно. А, вот кассета. Нашел. Дети даже обустроились там. О, привет. Ладно, это кот Дремот. Эксперимент под номером 1188. Как его зовут по-настоящему? А, хорошо. Ну, привет, Тео. Как поживаешь? Обычно этим занимается доктор Сойер, но он сейчас не работает, скажем так. Так что, пока ему не найдут замену, с тобой буду я. Для начала мои поздравления. Прошло ровно 4 года с тех пор, как ты живешь в новом теле. И ты отлично справляешься, дружок. Слыхал, что после того, как ты и другие улыбающиеся зверята, ну типа пеклопёс, свинка, капризулька, траля-ля-ля, появились в приюте, у тебя не получается наладить отношения с детьми, как у других. А сейчас что? Тебя дети обожают. Тебя и твой красный дым. Понимаешь, это же супер. Как твоя штучка для голоса? Еще сломана? Прототип спасет нас. Тео, тебя никто не спасет. Твое место в тюрьме. Мы будем тебя выводить только ради встреч с детьми в приюте, но твой дом тут. А твой прототип живет в лаборатории. Такова твоя судьба. Привыкай. Да. Да, настоящее имя Кэтнэпа Тео. Ну и так понятно, что он слеплен из человека, как и все, в принципе, игрушки. Да. Да-да-да. Ну, как я и говорил, тому стенду, который он воссоздал, он поклоняется именно прототипу. Вот так вот. Вот так вот, а прототип сбежал. Видимо, эта кассета была до того момента, как сбежал сам прототип. Ну, это явно. Явно. Так, туда я не могу пройти. Так, я зажег. О, это катнэп. Значит, есть мини-катнэпы и самые настоящие. Алло. А, я должен попасть прямо в них. Я думал, они убегают от простого света. Опять? Дождись. Убегай. Не убегает почему-то. Он застрял. Почему я не могу Блядь, опять я пугаюсь от этого. На F обычно стоит фонарик. Dog Day, привет. Но почему-то здесь противогаз. Великолепно. Темнота простая, я понял.
Нужно будет разочек попасться, чтобы увидеть скример на превьюшечку. Давай домой. Чего вас так много? Я же пугаюсь, Лё. Да уходи ты. Так, это отодвинуть я не могу. А их не многовато? Мне кажется, многовато будет. Просто я так предполагаю, что да. А у меня ведь кончаются патроны. Нормальный. Да чего у вас так много? Уходите. Посмотрите, это нормально? А. Ну, они тут, кстати, меня не достают. Не достают, но я хочу пройти вон туда, там что-то есть. Help. Будто бы их так много не должно быть, мне так кажется. Мне просто-напросто не хватает патронов. Как-нибудь надо сейчас. Привет. Не надо, все, в порядке, все хорошо. А, они все-таки убегают от света. Тогда почему до этого они не убегали? Или некоторые убегают, а некоторые нет. Хотя нет, все. Так, можно мне обратно уже? Чего вас так много? Дверь, кстати, не открывается. Так, мне вон туда, но я хочу вот ту дверь. Так, хватит. Хватит идти за мной. Там просто стенд. Давайте поймем, что там просто стенд и пройдемте дальше. Не хочу мучить себя. Просто. Так, какой-то лабиринт. Ага. Загнал себя в тупик. Уходите. Пока, уходи. А, туда я не проберусь. Ладно, обратно. Домой. Уходи. Ну, это пока не жутко, учитывая то, что они выглядят довольно-таки сносно в какой-то степени по сравнению с другими. Так, не туда, но там что-то есть. Почему освещение такое ужасное? Так, мамочка. Я приболел. Так что буду хнюкать. Надеюсь, это не проблема. Кто топает? Скажите мне. Понял. Ко мне не беги, не надо. Так, мне нужен какой-то предмет, чтобы поставить его вот сюда. Где я его могу взять? Вот тебя, например. А, да. Могу сбросить тебя, в принципе. Куда ты сбрасываешься? Я, видимо, не выберусь, да? Так, нужно сначала запрыгнуть вот сюда и уже его оттащить. Тащись. Идем сюда. Уходите. Не надо. Я застрял. Понял? Кстати, никакого даже звука нету, когда они нападают. Рано еще тебе умирать. Поднимайся. Даже нету звука, будто бы я и не должен был к ним попадаться вовсе. Поехали. Давайте это сделаем быстро.
А где я? А, все на том же месте. Развилка. Давайте пойдем по другому месту. Но, наверное, это все ведет к одному и тому же. В плане. Я же должен в любом случае активировать ту кнопку. Здорово. Уходите. Так, сюда я попасть не могу. Здесь... Ага, сначала активируем две кнопки. Их я активирую с помощью нажатия на рычаг. Я должен скинуть вот сюда... Ага, здесь шар, который я должен скинуть. Не скинуть, а поставить. А нет, не шар. Вот ты. Снова. Потом идем к... Ко второму месту. Быстрее. Быстрее давай. Ладно, давай вот так. Домой. Так, здесь какой-то проход. Что за проход? Это... Ну, ладно. Уходи. Что у вас так много? Куда? Иисус. Так, мне в другую сторону, я пошел. Уходите, не надо, не пугайте меня. Ладно. Какой-то скример от них есть. А, у меня сохранилось положение коробки. Здесь у меня просто застрял мой друг, которого я никак не вытащу. Я, видимо, должен обойти каким-то образом и по другую сторону сделать. Давайте попытаемся тогда. Так, вот сюда, возможно, как-нибудь. И уже вот отсюда потянуть. Нет, что это мне даст вообще? Возможно, другой рукой? А, другой рукой, да. В таком случае я смогу это сделать. Так, тогда мне нужно пройти сейчас вон туда и уже оттуда потащить двумя руками. Только как туда попасть? Оттуда можно попасть вон оттуда. Сделаю вот так. И пройду вот сюда. А ну-ка уйди. Так, сейчас потащим. Давай. Не ори на меня. Ты чего? А теперь звук есть, понял. Ладно. Она не может забраться на уступ, на кнопку. Надо как-то перетащить. Как? Как мне ее перетащить? Так, все, я сделал. Ты что? Мне спрыгивать, наверное. Так, мне... А, я должен был забраться. Меня прокрутило. И я тогда смог бы открыть двери. А как мне дистанционно... А, я понял. У меня же есть руки, я забыл. Есть руки, чтобы просто-напросто нажать. Все. Так, пистолет где? А, все. Так. А я могу наверх пойти? Опять дверь закрытая. Есть, видимо, два пути. Наверх и вниз. А, здесь закрыто. Да, там выход, который нам запрещено. Нам еще глубже. Вот примерно вот сюда, наверное, да? Привет. Бассейн какой-то. Еще какой-то путь. Как мы, кстати, не голодаем?
Вот это вопрос довольно-таки интересный. Учитывая, что здесь есть автоматы, могли бы и есть. Почему бы нет? Так, они где-то здесь ходят. Я слышу. Прямо за стеной. Целая куча. Прыгнем. Так, ну, на дне бассейна ничего нету. О, кровяка какая. Так, ничего интересного. Пасхалок нету. Тюрьма? Ага, какой-то проход. Будто бы свет наоборот мешает, он создает лишний теник, из-за которых не видно. Зачем тюрьма в игровой зоне? У него вот вопрос интересный довольно-таки. Ага, дверь закрыта. Дверь закрыта, здесь кого-то держали. Все обустроили. Ладно, допустим. О, нет. Кандалы. А, как раз таки, да. Нам же как раз таки в кассете сказали, что Кэтнэпа держали в тюрьме. Он не мог выходить, кроме как на встречу с детьми, чтобы пускать свой красный дым. Газ. Ты ангел Поппи. Ты здесь, чтобы спасти нас? Мне нечего больше сказать, не здесь. Ангелочек, ты в домике кота Дремота. В их доме. На тебя сейчас уставились миллион глаз. Они наблюдают и ждут, умирая от голода. Они только и мечтают, чтобы пробраться тебе под кожу и сожрать тебя кусочек за кусочком, чтобы заполнить пустоту внутри себя. Это существо, тот Дремот, прототип для него Бог. И так он расправляется с еретиками. Эти игрушки-малютки по пятам следуют за котом Дремотом, чтобы избежать той же участи. За это им и перепадает еда. Мы пытались бороться с этим, избавиться от власти прототипа. Я последний из улыбающихся тобой зверят. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Тебе нельзя умирать. Вы с Поппи можете все исправить. Покончить с этим безумием, с пытками, с... О, нет! Нет! Куда, куда, куда? Беги, беги, беги. Да, это жуткий момент. Это максимально жуткий момент. Как не нагнетает, когда кто-то так бежит. Так, я в предыдущий раз куда-то пошел не туда, видимо. Из-за этого застрял. Здорово. Я опять здесь. Я опять пошел туда же.
А куда мне свернуть? Так, я успел. Я смог. А, нет, еще. Это еще не все. Что? Откуда вот ты бежишь? Вот, этого я хотел, кстати, использовать просто руки. При побеге. Это было напряженно. Пеклопес говорит, апорт. Беги и не останавливайся. Почему ты просто стоишь? Тебе нельзя здесь оставаться. Нельзя. Вот мы слышали довольно-таки много криков именно от них. От смеющихся тварей по картонкам. У него крик самый такой ужасный. В плане, мы видели, как его пытали, у него не было половины тела. А как раз таки мы узнали от него, что другие смеющиеся твари, они тоже погибли. Их убил Катнеп. А, кстати же, были картонки, где кто-то не кричал. Скорее всего, возможно так, что есть еще выжившие. Так что да. Так, берем. Здесь ничего, да. Вот сюда. Это все. Это все. Скорее всего, так, да? Звонок. Hey, ты как? Right? Травм нет, руки, ноги на месте. Как же я рад, что с тобой все нормально. А то каждый раз так жаль, когда здесь умирает кто-то из моих друзей. Как тебе алтарь? Это Кот Ремот смастерил для прототипа. Понимаешь, для него как Кот Ремот стал таким... Он пережил какой-то несчастный случай. Он чуть не погиб. Говорят, прототип спас ему жизнь. А сам за это поплатился свободой. Для Кота Ремота прототип супергерой, который спас это место. Так что в глазах Кота Дремота прототип прямо как бог, и Кот Дремот убивает всех, кто позволяет себе бросать вызов божеству. Если не будем осторожны, он и нас прикончит. И этот алтарь — жутчайшее зрелище. Но это только имитация, в реальности все куда страшнее. Кстати, мы почти закончили. Я отправил тебе новый ключ. Вместо этого ты пойдешь в кабинет советника. Такой себе вариант, но горючего должно хватить. Если сможешь запустить генератор и вставить шнур в разъем, значит миссия выполнена. Только остерегайся Кота Дремота. Обычно он прячется в тени и там, где свет мерцает. Мерцает. И он всегда преследует добычу перед атакой. Если вздумаешь чем-то обороняться, он это обязательно отнимет. И в момент, когда ты будешь слабее всего, он тебя убьет. Кот Дремот — прирожденный охотник. Удачи тебе. На связи. Я до сих пор хочу понять, кто это. А то она вроде как обращается как девушка, то как мальчик к себе именно. Непонятно. Оказывается, прототип спас кота. Каким образом? Непонятно, честно говоря. Ладно, на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.